можно чуть-чуть фон поиграть. Все спрашивают, какой сегодня праздник? А никакой, шаббат. И у нас не только песни, у нас еще и стихи, потому что мы учимся, и мы хотим прославить Господа. А песни бывают с простыми словами, где фраза на песню всего лишь одна. И вот сегодня тут перед вами споем из пророка Исаии слова. Исаия 54 глава, 3 стих. Ибо ты распространишься направо и налево, и потомство твое завладеет народами и населит опустошенные города. Уфарат стоямого кадма цафонова нагба. И распространишься ты на запад и на восток, и на север и на юг. Уфараса, 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 ямава кедба, сафона ванегба. Уфараса, 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 ямава кедба, сафона ванегба. Школа двери открывает, приглашает всех детей. Приходите поскорей. Эта школа непростая, в ней учитель сам Христос. Что ж в этой школе мы узнаем, как решить любой вопрос. Если хочешь знать, то звезды поместил на свод небес. Если хочешь знать, то создал землю, море, речку, лес. Школу нашу посещай, книгу, Библию читай. Если хочешь научиться, как друзьями дружно жить. Как прощать, а как мириться? Как игрушки поделить, школу нашу посещай, книгу Библию читай. Если хочешь научиться петь, читать, рисовать, всех любить и как молиться, и примером добрым стать. Школу нашу посещай, книгу Библию читай. Благодарение Богу. На отдых и на тело. На быстрые качели, на маму за подгуб. За речку голубую, за сильный водопад, за белые метели, за спелый виноград. Благодарение Богу за мир и тишину, за золотое солнце, за светлую луну. За милые улыбки, за добрые глаза, благодарение Богу пусть льется в небеса. Мы хотим... Женя. Я хотела, чтобы все люди и шула могли бы знать. Я хотела, чтобы все люди знали, что такое благодать.
Мы хотели, чтобы с нами были вместе ты и я. И с Богом, чтобы была вся наша семья. Дети.